Добрый день! Скоро 23 февраля, и в честь этого праздника мы делаем скидку 30% на все товары в нашем магазине. Продлится она до 24 февраля. Мужчина должен быть добытчиком, поэтому если вы еще не определились со способом заработка, сейчас самое время. Один из часто задаваемых вопросов – как заработать на своем телефоне. Сегодня я готов рассказать вам про несколько мобильных приложений, которые вы можете использовать для заработка в интернете. Ссылки на них я оставлю в описании. Приступаем. Это приложение, которое скачали уже более 10 миллионов раз. Оно является самым популярным в сфере простого заработка в интернете на выполнении заданий. Похоже на AppCent или AdvertApp, но доход на порядок выше. Оплата происходит в долларах на PayPal. Имеется большое количество заданий, ежедневный бонус за активность, а также привлекательная реферальная программа. Большинство из вас знакомо с заработком на разгадывании капчи. Так вот, сервис RuCaptcha дает возможность заработка с помощью вашего смартфона. Вам необходимо перейти на сайт, зарегистрироваться, установить приложение и начать зарабатывать свои рублики. Для большего заработка повышайте рейтинг и работайте в вечернее время, когда ставка по оплате капчи значительно выше. Вывод денег от 15 рублей на электронные кошельки и сотовый телефон. Очень хорошее приложение, которое основано на принципе работы тайных покупателей. Нашей задачей становится поиск товаров в магазинах, некая аналитика, съемка ценников и прочее. Платят здесь хорошо, есть задания с оплатой по 200-300 рублей за совершение нескольких действий в полевых условиях. Выплаты от 100 рублей производят на номер мобильного телефона или кошелек WebMoney. Заданий предостаточно, чтобы заработать себе на интернет, сотовую связь и 10-20 булок хлеба. Уникальное приложение, которое позволяет зарабатывать достойно на предоставлении курьерских услуг. После того, как вы скачали и зарегистрировались в данном приложении, нам необходимо пройти небольшой инструктаж в своем городе и затем уже приступать к работе. Мы выбираем заказ, ну, например, отнести пакет с документами с Рязанского проспекта до Жулебина, за что мы получим 800 рублей. Очень даже неплохо. Вполне реально зарабатывать в день от 1 до 3 тысяч рублей только на этом приложении. Аналогичными сервисами являются Достависта и Пешкарики. Если совместить этот способ, установив все подобные приложения с предыдущим и последующим, то более чем реально зарабатывать от 3000 рублей в день. Сейчас также стало популярным работать в Яндекс.Такси, Гет.Такси, Uber и так далее. Так вот, если вы таксист, в качестве дополнительного дохода вы можете использовать подобные комбинации и зарабатывать уже от 80 тысяч рублей. Так делает один мой хороший знакомый. Еще одно приложение, которое позволяет хорошо зарабатывать. Им владеет Life News. Запустив приложение, вам будут предложены разные происшествия и темы для трансляций и съемки, за что вы будете получать хорошие деньги. Допустим, вы начали трансляцию праздника в своем городе. За это вам начислят 1000 рублей. Также в новостные сюжеты требуются материалы с места пожара, аварий, каких-то погодных аномалий. Были случаи оплаты 10 тысяч рублей за один сюжет. Количество предложенных репортажей зависит от вашего опыта, который повышается со временем. В качестве небольшого бонуса также могу порекомендовать вам приложение для пассивного заработка. Вам вообще ничего не требуется для того, чтобы получить там деньги. Приложение называется Globus. После запуска вам будет всплывать реклама, за просмотр которой начисляют деньги, которые можно вывести на WebMoney или PayPal. На этом все, дорогие друзья. Я подобрал для вас доходные приложения, с которыми когда-то сам работал. Если вы хотите, чтобы я сделал еще один подобный выпуск, только с новыми приложениями, тогда ставьте лайк, делитесь роликом с друзьями, ну и подписывайтесь. А с вами был канал «Деньги в интернете». До новых встреч!